Привет, друзья! Талантливая актриса российского и советского кино, Любовь Полищук полюбилась зрителю по небольшим, но ярким ролям в фильмах «12 стульев», «Интердевочка», 31 июня. Династию продолжил сын Любови Григорьевны, Алексей Макаров. Талантливый юноша покорил немало женских сердец, появившись в картинах «Личный номер», «Ворошиловский стрелок», «Умножающий печаль». Судьбы матери и сына сложились по-разному. Если ей почти не предлагали серьезных ролей из-за несоветской внешности, то он практически сразу вошел в список самых востребованных актеров. Зато Любовь Полищук была счастлива в браке со вторым супругом Сергеем Цыгалем долгие годы, а ее сын, несмотря на многочисленные романы, до сих пор не сумел построить крепкую семью. 10 лет назад у Алексея Макарова родилась дочь Варвара, но даже с собственным ребенком у него не получилось наладить отношения. Девочка старается избегать контакта с отцом. С мамой Варвары, актрисой Викторией Богатыревой, Алексей познакомился на съемках картины «Первая попытка». Он практически сразу признался, что влюблен. Она на него не обратила особого внимания, потому что находилась в отношениях. Макаров умел ухаживать и не сдался после отказа. Он ждал удобного момента, и такой момент действительно наступил. Виктория рассталась со своим молодым человеком, и после этого Алексей стал еще более настойчивым. Он подкупил девушку не только красивыми ухаживаниями, но и словами о том, что давно мечтает о семье, детях. Она хотела того же самого, поэтому искренне решила, вот он, ее человек. Вскоре влюбленные стали жить вместе. Актеры не оформляли отношения официально, брак был гражданским. Довольно скоро девушка поняла, что Алексей в быту вовсе не таков, каким казался в период ухаживаний. Мужчина оказался невероятно ревнивым и вспыльчивым. Богатырева ушла от партнера, будучи беременной. Макаров неоднократно пытался после родов восстановить отношения с гражданской супругой и ребенком, но ничего не вышло. Алексей Макаров испытывал трепетные чувства к Варваре, как-никак, она его единственная дочь. Виктория никогда не препятствовала общению отца с ребенком. Свидетельство тому – многочисленные фото Алексея и Вари в сети. Но, как говорила Виктория в одном из интервью, единственный человек, которого Алексей любит больше всего на свете – это он сам. Макаров всегда был человеком настроения, и его отношения с дочерью развивались неровно. Он мог пропасть на несколько месяцев, а затем внезапно появиться. Мог пообещать дочке поездку на море или покупку куклы, а потом попросту не выполнить. Сегодня Варвару можно считать достаточно взрослой, и она, как когда-то мама, постепенно убеждается в ненадежности своего отца. По последней информации, девочка уже давно не горит желанием общаться с папой. Первое, что интересует поклонников Любови Полищук и Алексея Макарова, на кого же похожа Варвара. По фотографиям видно, что на маму девочка не похожа. Большинство склоняется к мнению, Варя – просто копия Любови Полищук. Неудивительно, что девочка, родители которой являются актерами, уже проявляет себя как личность творческая. Варвара занимается танцами. Об актерской карьере пока речи нет, но близкий к семье круг отмечает, у дочери Алексея Макарова есть все задатки будущей звезды театральной сцены. Она умело примеряет на себя всевозможные образы, обладает веселым, энергичным характером, любит импровизировать. Жаль, что знаменитая и всеми любимая Любовь Полищук не может наблюдать за тем, как хорошеет и растет ее единственная внучка. Такой умницей и красавицей бабушка, несомненно, могла бы безмерно гордиться. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.